Когда я лил смолу на стены и разбрасывал пакли, этот страх был сильнее первого. От него пересохло во рту. Роль Герострата актеру Егору Овечкину далась непросто. Чтобы вжиться в образ, он изучил древнегреческие мифы и особенности быта базарных торговцев того времени. Но самым сложным было понять мотивацию и причины поступков отрицательного героя. По моему мнению, Герострат состоит из, как инь-янь, из честности и, не знаю, из того воспитания в том обществе, где он вырос, и из, не знаю, какого-то тотального невезения. И вот когда вот эта чаша весов переполнилась в сторону невезения, все остальное выплеснулось, его вот воспитание, и оно заполнилось какой-то дикостью. Главный герой – торговец, который ради собственного тщеславия сжег одно из чудес света – храм богини Артемиды. Стремился прославиться на века. Режиссер спектакля Павел Южаков уверен, несмотря на то, что действие происходит в 356 году до нашей эры, эта тема актуальна и сегодня. Мы видим, что происходит сегодня в стране, да еще вообще в мире. Я уж не знаю, что так повлияло. Кто-то грешит на интернет, кто-то еще на какие-то вещи. Но вот чувство вот этой ненависти внутри, оно разжигает все. Для меня Герострат – это в первую очередь это лицо такое, которое поддался своей внутренней ненависти. Спектакль обличает главные человеческие пороки – тщеславие, ненависть, зависть, жадность. Актеры Первого театра постарались передать все тонкости взаимоотношений героев. Премьера состоялась, и теперь это произведение в репертуаре театра.